всех приветствую, буквально на мой канал. Сегодня будем обсуждать пошаги Мунтина Оглу. Она родилась 2 октября 1991 года в городе Стамбул. Пошаг Гюмунчи Оглу – турецкая актриса театра и кино. Она окончила анатольскую среднюю школу имени Бахтюлера с дипломом Герман Спрахай. Получила образование в средней школе Гудленда в Канзасе, США, и получила второй диплом средней школы. Старшая школа Тассис, американская школа в Швейцарии, в Лондоне, Англии, училась в школах Иран, Барселоне, Бельгин, колледж Дюлеман, Бельгия. Пошаг начала свое музыкальное театральное образование в Соединенных Штатах, которые устроили государственный театр. Пошаг снималась в сериале «Постучись в мою дверь» в роли